Здравствуйте, друзья! Это «Книга рекордов Гиннесса». Это шоу народных достижений и талантов. Наши герои – самые обычные пермяки, но с необычными достижениями или талантами. Люди, которые придумали или умеют то, чего не могут другие. Сегодня «Книга рекордов Гиннесса» приехала в Хохловку. Есть повод. Здесь большая губернская масленица. И мы будем сегодня фиксировать масленичные рекорды пермяков. Потопали! Пермяки любят масленицу, поэтому неудивительно, что на праздник Хохловки собрались 11,5 тысяч человек, и это тоже рекорд. В прошлом году, как говорят организаторы праздника и сотрудники музея, гостей было практически в два раза меньше, и всем нашлось занятие по душе. Благо, площадок и с развлечениями, и с угощениями было предостаточно. Традиционное масленичное угощение – это, конечно же, блины. С мясом и творожком, с ветчиной и сыром. И просто так, со сметанкой, с вареньишком, с медом или сгущенкой. В общем, кто как любит. Рекорд масленицы 2018. Пермяки исхитрились съесть 19824 блина. Всевозможные состязания на силу и ловкость – это тоже непременная часть масленичных гуляний. В частности, потягать гирю без этой молодецкой забавы представить себе праздник трудно. Победителем в этом соревновании стал молодой человек по имени Михаил, а его рекорд мы зафиксировали, что называется, в режиме реального времени. 44! Ну, масленица же у нас! 45! А праздник меж тем шел своим чередом, люди радовались жизни и делились хорошим настроением. Ну, а мы переходим к еще одной непременной масленичной забаве. Ну и, конечно же, какая масленица без столба? Вроде не так уж и высок, а подняться на него нелегко. Мы засекаем время, и вот пока наилучший результат – 34 секунды. Вполне возможно, что будет даже быстрее. Ждем. Все те, кто совладал со столбом, получили замечательные подарки от партнеров праздника. Ну, а мы ждали не зря. Предварительный результат был превзойден, причем почти вдвое. Книга рекордов Гиннесса фиксирует супер-рекорд масленицы 2018. Шапкунов Алексей. Подъем на столб. 15 секунд. От книги рекордов Гиннесса, от нашего партнера вам дополнительный подарок – сертификат. CityLink. Бытовая техника и электроника по низким ценам. Это была книга рекордов Гиннесса. До новых встреч, друзья!